Человек-мешок – фигура, общая почти для всех культур. Любопытно, что его методы удивительно схожи. Говорят, он ест детей, предпочитая милых. Он питается детским страхом и тревогой. Заманивает их в пещеру игрушками или конфетами. И когда ребенок в наибольшем ужасе, он крадет их в свой мешок. Это старая страшная сказка. Папа рассказывал нам с Лиамом, чтоб слушались. Я был уверен, что он стучит в мое окно. С возвращения домой меня не покидает тревога. Джейка похищают. Ты в порядке, Джейк? Он и правда существует.